Белоснежная полуфигура в полторы натуры. Рука на руку и строгий, но задумчивый взгляд вдаль. Монумент первому советскому наркову здравоохранения Николаю Семашко установили во дворе одноименной республиканской клинической больницы. Памятник выполнил за 2 месяца скульптор из Краснодара. И работал с удовольствием. Мало было фотографий, но ничего страшного. Получилось все, на мой взгляд, замечательно. Работа получилась в движении. То есть была задача сделать не просто изваяние, а живую работу. Николай Семашко создал образцовую систему, которую заимствовали многие страны мира. Это цитата из российского делового еженедельника. И действительно, Семашко – основоположник советского здравоохранения. Монумент установили по программе «Аллея российской славы». Этот проект работает уже 15 лет. В Крыму благодаря «Аллее российской славы» появились более 100 бюстов, планируется еще свыше 40. Вы знаете, мы забываем свою историю, мы забываем свою культуру. Я в том плане, что все начинается с детства. Каким мы воспитаем наше юное подрастающее поколение, то и получим. На торжественной церемонии почетным гостям традиционно вручили мини-копии бюста, а также наградили причастных благодарственными письмами. Эльмаз Аблакимова и Асан Ибрагимов, телеканал «Милет».